город, куда стоит поехать, это Париж. Париж является самым посещаемым городом в мире, и ежегодно здесь бывает около 30 миллионов туристов. Однако, если вы впервые оказались в Париже, вы можете не знать, с чего начать и какие места лучше увидеть в этом городе. Что мы рекомендуем сделать, это забраться на Эйфелеву башню. Эйфелева башня по очевидным причинам обычно стоит первой в списке обязательных достопримечательностей, которые стоит посетить в Париже. Также рекомендуем посетить Лувр. Он является одним из самых крупных музеев в мире и историческим памятником Парижа. Вы можете днями бродить по Лувру, но стоит выделить хотя бы полдня на его посещение. Главным экспонатом музея является Мона Лиза, кисти Леонардо да Винчи. Но здесь также можно увидеть множество других выдающихся произведений искусства. И что стоит купить, чтобы развеяться от повседневной рутины? Вещь дня – это платье-баллон. Самое известное изобретение Пьера Кардена, которое из простого эксперимента с формой превратилось в классику женского платья. Пышная юбка приобретает форму шара благодаря защипам, искусным драпировкам или другим особенностям кроя и изменяет силуэт фигуры. Она становится одновременно и гипертрофированно женственной, и инопланетной. После Кардена этим приемом пользовались почти все дизайнеры, от Кристиана Лакруа до Александра Маккуина.